Ты знаешь, Настя, что фигурное катание привез в Россию Петр I, и он же открыл первый в России общественный каток в Петербургском Юсуповском саду. Зато теперь, Петя, общественные катки есть практически во всех крупных городах нашей страны. А одаренных детей родители могут отвезти в специализированные школы. Именно так. С ранних лет начинали свой путь к медалям участники наших соревнований. Я думаю, они совсем не жалеют, что провели детство на тренировках. Встречайте! Пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы в парном катании. Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Сборная России. Волнуетесь сейчас после великолепного выступления в первой программе или нет уже? Вроде бы второй день. Так, напряжение должно спасть, но... Да, ну, как-то вот подходишь к катку и начинаешь, конечно, адреналин идет, да. Все равно, как бы ты себя ни настраивал, понимаешь, что это соревнование. Хорошо. Танюш, скажи, пожалуйста, ну, ты, наверное, более надежный элемент в паре. Ты волнуешься меньше, судя по выражению лица. Провокатор. Хорошо, тогда... Я очень волнуюсь, потому что все равно уже мы не роботы, мы живые люди, и как-то... Чувство самосохранения должно существовать, присутствовать. Только живые люди выдают такие эмоции, как вы выдали в прошлой программе. Конечно, это понятно. Скажите, пожалуйста, в прошлой программе вы использовали большой реквизит. В этой программе маленький. Но реквизит. Все, я понял, я больше вас не терроризирую. Удачи, good luck, все фанаты с вами. Все сами видели, уважаемые телезрители. Просто так олимпийскими чемпионами не становятся. Это было красиво, это было элегантно, это было очень технично, и уж позвольте своими словами, это было так лихо.
засмотрелся. Уникальные совершенно спортсмены. Невероятная легкость при исполнении самых сложных трюков. Чего стоит этот выброс? Представьте себе, сколько они уже не выступают в спорте. Нет, другой такой пары просто нет. Татьяна Татьмянина, Максим Маринин. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм все 6-0. Средний балл 6-0. Общий балл 12 баллов. Олег, ваши ученики в прошлом, сегодня блистательные фигуристы на льду. Ваша оценка. Сложно было не поставить 6-0, 6-0. Потому что и техника на высоте, и артистизм, который за эти годы только вырос. Поэтому две шестерки, наверное, все-таки это не только заслуженно. Это и на вас двоих, и на вас троих, и три шестерки мы вам поставили бы, Илья, и за вашу работу, и за ваши, так сказать, старания здесь. Но если серьезно... Были сомнения, потому что шампанским с нами-то не поделились. Вначале начали сомневаться, стоит ли, но потом все-таки мы все поняли, да, и спасибо большое за этот номер. Спасибо, ребята, замечательно. Спасибо, Олег, огромное. Елена Анатольевна, ваше мнение? Очень прибавил Максим. Мы вот с Олегом обмениваемся впечатлениями необыкновенно. Ты просто стал артистичен, стал актером. И смотришь на тебя. Раньше только смотрели на Таню в паре. Честно тебе скажу. А сейчас смотришь на тебя. И ты интересен, ты ведешь. И пара стала равноценной. Ну, о вашей технике говорить нечего. Я вообще хотела бы, чтобы вы показали много чего вы умеете. Мне все время мало, потому что я знаю, что вы удивительные мастера. Так что давайте, удивляйте нас дальше. Спасибо, Елена Анатольевна. Я знаю, что мужская часть населения, смотрящего это шоу, по всей видимости, все-таки смотрела на Татьяну. Игорь. Да, да. Я вот тоже сначала, мне трудно было поверить, что Максим постоянно отворачивается от такой красивой девушки, да еще и в баре. То есть очень сложно было поверить. Зато и получил в конце. Ну да, 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 да. То есть я просто поражен артистизмом и исполнением, просто блестяще. Ну, что вам сказать, браво, еще 12 баллов принесли в командный за счет. Ребята, это ценят, благодарят, болеют там за вас? Конечно, ценят и болеют, мы все друг за друга выходим, болеем, поэтому когда в команде, тогда легче. Скажи, пожалуйста, такое количество комплиментов тебе лично, ты вот это чувствуешь в себе, вот это вот, то, что ты окреп и стал настоящим актером и... Ну, скажем так, благодаря ледниковому периоду появилась возможность не думать об оценках и заниматься творчеством, поэтому это все помогает, конечно, раскрыться. И когда катаешься уже со своей партнершей, то все эти навыки просто демонстрируешь с большим удовольствием. Спасибо вам большое, поздравляю вас.